Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я Ветвицкая Инесса Олеговна, жена курочки Сергея Ивановича, того самого водителя, который был за рулем скорой помощи 15 февраля 2016 года, когда произошла авария на повороте возле Диканьки. К сожалению, это горе тронуло не только одну семью. Под колесами машины скорой помощи погиб человек. Это горе для семьи, там остались дети. Мы сочувствуем этому горю, но в то же самое время сами являемся пострадавшими в этой позиции. Сейчас ведется следствие. Нам хотелось бы, чтобы это все быстрее закончилось, потому что позиция второй пострадавшей стороны, с которой идут угрозы через социальные сети в сторону моего мужа, идут разные перекрученные данные, она не устраивает сейчас ни нас, ни наших родных. Хотелось бы увидеть быстрее решение суда, которое расставит все точки над данным происшествием. С нашей стороны, я считаю, что мой муж не виноват в этой ситуации. Он был за рулем в этот день, вез доктора-хирурга на экстренный вызов. По всем правилам нашей организации машина может двигаться с максимально допустимой скоростью в любых погодных условиях. В этот день стоял сильный туман и был сильный гололед. Машина ехала без нарушений, с включенными маячками. Когда создалась уже аварийная ситуация, просто не справился. Машина не справилась, тормозные пути просто по гололеду. Он тормозил, его несло. Он тормозил и машину несло. Машина, которая весом более 2 тонн, она с любой скоростью, которой бы не передвигалась, она просто будет под весом своим уже ехать туда, куда не положено. Да? Машину раскрутила полностью в другую сторону по гололеду. Инесса, скажите, судьба того человека, к которому ехала скорая с врачом? К сожалению, еще погиб один человек, потому что то время, которое было потрачено в результате ДТП, когда хирург, который находился рядом с водителем за рулем этой скорой помощи, они вышли оказывать помощь пострадавшим первого ДТП. И это время было утрачено, и, к сожалению, этого времени не хватило для того, чтобы спасти жизнь другого человека, который находился на операционном столе и ждал помощи хирурга. Очень плачевная ситуация, которая возникла. Возможно, это какое-то банальное стечение обстоятельств. Как говорят, не в том месте, не в тот день. Причины аварии будет устанавливать суд, следствие ведется. К сожалению, следственный эксперимент невозможно провести так быстро, потому что нужно, чтобы были погодные условия. Как вы видите, объективно милиция работает, ну, по крайней мере, то, что относится к вам? Предвзято, может быть? Нет, никакой предвзятости со стороны милиции не отмечается. Все работы ведутся объективно, работают адвокаты с 2 сторон. Единственное сожаление в том, что со стороны потерпевших первого ДТП ведутся угрозы в соцсетях в сторону моего мужа, ведутся какие-то материальные вымогательства. То есть они хотели бы, чтобы вы денег ему заплатили? Я не знаю, наверное, так, судя с их обращений в соцсети и на установление, на выход контактный, да, с нашей стороной, вопрос стоял только ради денег. Я могу понять их позицию, и я, и мой муж, мы сочувствуем случившемуся. Со всех сторон остались дети, с их стороны, с нашей стороны, но так само мы есть пострадавшими, и так само не можем получить страховку, потому что это производственная травма, и, к сожалению, пока не будет решения суда, невозможно получить этих денег на руки.
Я считаю, что просто нельзя ставить крест на этом, нужно продолжать жить. Но мы так тоже заинтересованы в том, чтобы это все произошло быстрее. То есть случилось горе, но оно усугубляется зачем-то, почему-то еще, да? Да, очень много причин. На самом деле первичные данные, которые были выложены в сеть, они не есть действительными. Это было тройное ДТП. Как оно было, что было, какая правда, я думаю, что все это установит суд. Это только суд. Спасибо большое.